Их работа, безопасность людей, требует особого подхода и высокой ответственности. Сотрудники Госэнергогазнадзора следуют этому правилу неукоснительно. Контроль осуществляется круглый год, да и профилактика на высоте. С правилами поведения монтажных работ вблизи ЛЭП инспектор знакомит машиниста автокрана. В охранных зонах линии электропередачи без письменного согласия их владельцев запрещается производить строительство, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, запрещается проезд машин и механизмов, общая высота которых от поверхности дороги превышает 4,5 метра. Любителям экстремального селфи необходимо помнить: влезать на опоры и набрасывать на провода посторонние предметы смертельно опасно. Так же, как и разводить костры вблизи ЛЭП и ловить рыбу. Нельзя складировать материалы, производить посадку или вырубку деревьев и кустарников. Нарушение этих жизненно важных правил чревато травмами, пожарами и перерывами в электроснабжении. Административным кодексом Республики Беларусь предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа физическим лицам до 20 базовых величин, ИП до 50 базовых величин и на юрлиц до 200 базовых величин. В последнее время в стране участились случаи нарушений требований правил охраны электрических сетей при работе с использованием грузоподъемного и автотракторного транспорта в охранных зонах ЛЭП. Госэнергогазнадзор напоминает: отсутствие контроля за организацией производства и пренебрежение техникой безопасности может стоить человеческой жизни. Татьяна Горбач, Станислав Чечерин, Бобруйск 360.